Здравствуйте, давайте сегодня поговорим о вот таком сиреневом цвете. Это не самый простой цвет в живописи, и он иногда вызывает много вопросов. Начинающие художники говорят, а какими красками можно сделать вот такой вот красивый там сиреневый цвет? Но важно не в том, какими красками будет сделан сам сиреневый, это можно сделать разными способами, а то, какие цвета будут лежать рядом с этими сиреневыми. И вот несмотря на то, что у меня все белое, кроме сиреневых лилий, сегодня я расскажу вам о том, какие цвета я буду использовать, чтобы написать этот белый. В основном. Ну, а про сиреневый тут все гораздо проще. Вот здесь у меня большое количество красок, которыми можно сделать эти сиреневые. И, в принципе, чтобы чистый сохранить цвет, можно использовать их даже и все. Там где-то такие, где-то такие. Я почти не использую, вот видите, чистый новый тюбик, ультрамарин фиолетовый. Гораздо больше мне еще с советских времен нравится для сиреневого краплак. Розовый прочный и с ультрамарином. Вот это вот самый мой излюбленный способ был. Но с тех пор, как появились хемокридоны, то, конечно, как бы он сейчас занимает ведущее место на моей палитре, заменяя этот краплак. А такие краски, они тоже интересные. Кобальт фиолетовый. Вот ладах у меня кобальт фиолетовый, видите, он уже довольно весь использованный почти тюбик. Но как раз для таких сиреневых это очень красивая краска. Довольно редко есть у меня видеоурок на эту тему. Неаполитанский. Вот он у меня один раз был использован, потом так и валялся. Даже крышечка потерялась. Вот это неаполитанская. Сейчас я ее выдавлю. Почему? Потому что где-то захочется сделать светлее, чем могут это сделать белила. Такое свойство есть у неаполитанских. И, конечно, обязательно для того, чтобы все сиреневые не были радикально холодными, вот утеплять я их буду с помощью красного кадмия светлого, не с помощью желтых. Иначе можно получить очень грязные сочетания. А с помощью как раз кадмия. Работать буду на совсем маленьком холсте. И вот для того, чтобы наметить рисунок, в этот раз не буду брать теплые краски. Легче всего, я уже много раз об этом говорила, работать в натуральную величину, но уменьшенное изображение смотрится тоже прекрасно. А вот если вы делаете больше натуральной величины, вы столкнетесь с определенными трудностями. Многие художники профессиональные используют как бы этот ход для достижения большей выразительности при увеличение размера человеческих лиц, например, уже выходит такой монументальный образ, который позволяет подчеркнуть там характер выдающихся личностей, например, только за счет размера. Но в нормальной величине вам будет трудно найти то количество информации, которое необходимо для написания большого того же портрета. Поэтому там художник уже идет методом стилизации, методом такой монументализации.
пусть будут с вазой. Я вот подумала, может быть, взять цветы без вазы, но хочу все-таки с вазой. Начну с того, что намешаю тот самый фиолетовый, который в тени. Вот несмотря на то, что мы видим их сиреневые, и вот сиреневые, сиреневые, сирень. Причем вот даже вот начну тени в этот раз сразу мешать с белилами. Я обычно так не делаю. Вообще, первую вот эту стадию подмалевка обычно пишу без белил. Но вот я намешала нужный цвет, как мне кажется, близко. Ну, это как раз тот самый хинокридон плюс. Ультрамарин пришлось добавить. И сразу развел. Пока только тени. Пока я вот вижу эти силуэты здесь. Какие-то сливаются в единое пятно. Пока я свет оставляю просто белой бумагой. И вот здесь помогает даже синяя краска, которая начинала, которая создавала этот рисунок. Наносила контур. Это все еще будет корректироваться. Где-то лепестки более прозрачные. Это все в процессе появится. Когда я буду работать фоном, то, естественно, этим фоном где-то буду подправлять лепестки. Но пока сейчас не с фоном, пока я... Эти вот зелененькие, они здесь незначительные. Но как свою роль играют теплые зеленые. Там натюрморт стоит на подоконнике, как вы заметили. И, в общем-то, там очень много света, там очень много прозрачности, все это окутывает. Свет, льющийся из окна. Сегодня выпал снег снова, и это такой... прозрачный холодный свет. Его прямо вот сейчас видно хорошо, тем более, что мой натюрморт, он такой холодный. Все-таки без теплых охр, каких-то теплых, не обойтись в тенях, кроме кадмия красного. Сиены или охры, или... У меня вот сейчас на палитре оказалось немного индийской желтой, и она тоже, в общем-то, вполне годится, чтобы сделать чуть эти сложные цвета теплей. Ваза более теплая, чем сам фон. Более даже темная, чем сам фон. Ну, это я, конечно, перебор. Тень тут почти прозрачная. Тень здесь едва такая ощутимая.
по тону по сравнению с цветами это почти ничего. Самые темные здесь будут тени этих лилий. Вот этот зеленоватый цвет это всего лишь навсего разбел умбры ленинградской. Мне нравится, как он тепло уводит цвет фона. Я воспользуюсь даже вот с этой стороны, там тень от рамы идет. Умбр, конечно, прекрасно сочетается с этими сиреневыми, вот эти вот разбелы. Мне кажется, это очень красиво. Здесь ваза темней. Я как бы подвожу этот цвет, чтобы вот вазу сделать так незаметно темней. Чуть-чуть темней. На сплошных таких нюансах. Ну, вот с вазой такой полноценный натюрморт получается, там фрагментарно. Если брать одни только цветы, им надо уделить весьма такой приличный промежуток своего времени, чтобы написать их форму, там убедительно все это пролепить. Когда вы берете натюрморт с цветами, то, в общем, там немножко... Вы решаете общую ситуацию. Чем каждый цветок. Вот здесь вот цвет этих сиреневых попадает в фон, и это тоже очень прекрасно. Свет, проникающий через вас, то есть здесь все прозрачное, все очень воздушное. Если вы давно подписаны на мой канал, то, наверное, вы про умбру видели несколько видеороликов, видеоуроков, как действительно с помощью умбры многие художники и старые мастера начинали свою работу и как бы оставались в этой умбристой тональности на протяжении всей работы над картиной, там создавали более холодные с помощью белил и черной краски, и было все замечательно. Вот. Поэтому, конечно, кислотные цвета – это здорово, это замечательно. Вот эти хинокридоны, они сейчас весьма популярны у художников. Но если не забывать добрые охры, умбры, вот можно находить новые сочетания старых красок и уже красок современных.
Свет сильно выбелен на цветах. Сейчас я как бы собираюсь найти цвет света. Вот лепестков этих, например. Настолько выбелен, что он светлее, чем этот фон. Ну, фон я здесь, конечно, чуть-чуть не дотянула. Постеснялась. Всегда можно поправить. И вот для написания вот этих освещенных мне сейчас хочется использовать как раз вот эти неаполитанские. Ну, здесь почти белила. Здесь более холодный цвет, поэтому и хорошо здесь будет работать ультрамарин. Здесь чуть точнее рисунок, то я уже как бы намахала. И вот теперь с помощью где-то цвета фона, где-то более сложных вот этих замесов, я возвращаюсь в те цвета, которые я сначала просто закрасила какой-то сиреневой краской, и начинаю эти цвета сравнивать между собой. Они все по-разному отвернулись от источника освещения. Они все по-разному темные, они все по-разному светлые. В тени где-то добавляем даже более теплые краски. В данном случае теплой краской можно назвать даже краплак, потому что краплак теплее, чем вот это вот голубой замешанный. И на палитре выстраивается такая разнообразная сиреневая шкала, в которой от более холодных, от более темных до светлых, почти прозрачных, разных сиреневых.
Вот теперь в фоне к этому только умбристым цветам начинают добавляться и эти сиреневые из цветов. А в сиреневые цветы начинают добавляться цвета фона. Что-то я решила избавиться от этой. Она как-то высоко. Композиционно здесь, в общем-то, странную роль играет. Это я про бутон. Вот видите, это цвет фона, который в этот сиреневый встроился, как будто там только и должен быть только такой. Вот здесь даже чуть, вот там, где больше света попадает, то там есть еще и более теплые желтые. Ну, а теперь, в общем-то, осталось нарисовать эти цветы. Цветовой какой-то вот такой замес приятный весьма получился. Сочетание зеленых и фиолетовых. Базовое сочетание, я бы сказала, любимое многими художниками. Здесь, так как мне, в общем-то, важно нарисовать картинку, я дорисовываю детали. Здесь появляются уже чуть конкретнее там веточки, листики, лепестки, вот тычинки, пестики. Ну, как минимум, их надо обозначить. Даже несмотря на мой совсем мизерный размер. Какая-то детализация будет присутствовать все равно. Чем больше размер, тем больше будет детализация. Но это потому, как я работаю. Некоторые в большом размере, наоборот, отказываются от детализации вовсе. Имеют право. Это не хорошо и не плохо. Это то, как мы видим этот мир. То, чему удивляемся. То, что хотим показать в своих работах. Что нас поразило, удивило. Почему именно вот это. Вот здесь вот важно не разбелить. Вот я посмотрю, вижу, как этот лепесток остается силуэтом. Здесь я чуть-чуть на один лепесток меньше, чем нам получилось. Так, и вот сюда. И нет. Этот. Так бывает. Здесь вот цветы, которые у первого плана, ну, конечно, чуть больше конкретики требуют к себе. Если остальные цветы букета всегда можно решать как силуэт, то цветок первого плана, цветок, находящийся в композиционном центре вашей картины, он требует к себе повышенного внимания, повышенной детализации. Может быть, даже не детализация, а просто как бы вы очень конкретно в нем передаете форму. И это можно сделать с помощью
хорошо найденного тона, цвета. Цвета и цвета тона. Не обязательно там будут все лепестки разобраны. Там. Полутона и рефлексы, но если очень точно найти цвет света, цвет тени, то в основном эта задача будет решена. То есть там объем, там контраст между светом и тенью на цветках первого плана. Вот сейчас этот хинокридон выступает не очень красиво. Он очень ядерный. И с помощью разбелов желтеньких, зелененьких я делаю его спокойнее. Тем более, что вот эти лепестки намешать сразу этот цвет сложный. Я сознательно это не делаю, потому что в процессе доработки, в процессе детализации мой этот сложный цвет станет просто грязным даже. А вот начиная с, может быть, где-то повышенной какой-то дикости цветовой, я как раз себя от этой проблемы страхую. Ну, такой способ работы, который найден был мною в процессе большого количества этюдов. Каждый найдет, наверное, свой способ сражения материалом, договориться с нужными ему цветами. Но вот я вам рассказываю о своем способе, который меня выручает, который позволяет цветам оставаться цветными, оставаться светлыми, яркими, красочными и не сильно грязными. Грязь – это, конечно, не сам цвет, а его неправильное сочетание с другими цветами в картине. Тут все-все взаимосвязано. В одном месте вы тронули где-то, сделали посветлее, значит, смотрите, что за этим потянулось. За этим потянулось высветление еще там 90% вашего этюда. Ну и в совершении самые приятные моменты. Это какие-то тычинки-пестики. Вы здесь можете опять же направить внимание зрителя туда, куда захотите. Сделать композиционный центр с помощью вот таких деталей, более контрастным, более детализированным. Но важно не перестараться. Вот по мне так лучше где-то не сделать эти детали. Сделать их везде одинаковыми. Есть хвостики, которые эти
Тычинки в тени есть, которые освещаются хорошо. Вот на игре этой света и тени тоже многое можно сделать. Здесь, конечно, хорошие кисточки в помощь. Может, изящество. Надо постараться это сохранить. Какие-то тонкие линии. Какой-то хороший даже. В лепестках. Можно два раза нарисовать одно и то же. Важно, чтобы был ритм. Ну, чуть хочется повысить. Вот здесь блик, толщину красочного слоя. Он у меня холодненький. Здесь есть тот же самый блик, который отражается на противоположную стенку. И вот этот вот переход, мне кажется, сейчас он, мне кажется, излишний. Можно сделать его помягче. Контрасты дальнего плана, они ни к чему. Вот у меня тут контрасты должны все быть сосредоточены. Тогда этот цветок уйдет туда, на дальний план. Где он и должен находиться. Особенно вот неприятно, что тон где-то рядом с лепестками становится темнее. Вот это надо убрать. В этом случае возникнет иллюзия, что между цветком и фоном есть какой-то воздух, есть какое-то расстояние. А если у вас фон рядом с цветком будет более темным становиться, то эта иллюзия исчезнет. Вот это называется... В нашем классе проверьте, пожалуйста, касание. Касание предмета с фоном – крайне важная история. И вот эти моменты, где фон темнее, чем предмет, напротив светлее, чем предмет. Все это надо внимательнейшим образом пронаблюдать и сделать на своей работе.
Ну, вот таким образом мы как бы начали разговор о сиреневых цветах. Ну, снова рассмотрели большие глобальные проблемы живописи в маленьком этюде. Надеюсь, что вам будет полезно это видео. И вы подпишетесь на мой канал. Есть у меня теперь эксклюзивные уроки на Дзене Премиум. Не только на Бусти, если вам удобно. Дзен Премиум, та же самая абонентская плата 1000 рублей в месяц. И вам будут доступны около сотни видео-мастер-классов, которые больше вы не можете увидеть нигде, только на Бусти и на Дзен Премиум. А с вами я сегодня прощаюсь. До новых встреч. Творческих вам удач и хорошего настроения.